Теперь что я еще хотел поговорить? Что-то хотел еще упомянуть. Да, вот интересно, вот сейчас все забываю, каждый раз хочу про это упомянуть. Вот сейчас биткоин с нефтью носится. Это электронная криптовалюта. На самом деле говорят, что это вот типа то же самое, что вот Мавро там. Да нет, это совершенно, это просто вот криптовалюта. Весь ее смысл и почему там она популярна, что она дает анонимность. Вот судя по всему, уже в современном мире все так устали от этих пристального внимания большого брата, что все за всем следят, за нами. Во всем вообще. И в любых там этих финансовых операциях, ну везде вообще. Все это там под всякими предлогами, соусами, там борьба с террористами, не знаю с кем, с инопланетянами. Ну, в общем, что совершенно там любая операция, любое действие, там все контролируется властями. И все это, от этого так уже устали, вероятно, что вот эта криптовалюта как глоток свежего воздуха для всех. Но это ладно. А вот интересен другой вопрос. Что вот сейчас она растет там какими-то... Это чисто финансовый... Вот это полное подтверждение всех моих идей. Что вот я говорил, что еще ESG, когда создавал виртуальные акции, что в современном мире уже акции это просто инструмент чисто спекулятивный. То есть никаких активов за ними не стоит. И что... То, что за ними стоят, за этими акциями, что не привязаны к какой-то той фирме, которая их выпускала, к эмитенту, это даже и вредит. Поскольку с эмитентом что-то происходит, это отражается на курсе. А в принципе, акции через некоторое время начинают жить собственной жизнью, как вот дети. Там надо перерезать пуповину, чтобы их отпускать в свободное плавание. Поскольку они уже из младенчества вырастают. Но этого не происходит пока еще. И вот акции, то, что акции привязаны современные все-таки к этой самой комитенту, я говорю, им это только вот во вред идет, не на пользу. Все эти активы там, они уже никого не интересуют. То есть акции современные, это чисто спекулятивный инструмент. И вот биткоин это прекрасное тому подтверждение. То есть это чисто спекулятивный инструмент, за которым не стоит абсолютно ничего. И все это знают, это не тайна. И тем не менее, как видите, вот так вот они растут. Вот простейший вопрос, на который вам не ответит ни один экономист. Ну, задайте ему, они совершенно заданы в тупик. Вот почему ни одна акция современная, даже самой успешной фирмы, не может повторить успех биткоина? Почему там эти биткоины растут там, в 4 раза в месяц или во сколько там ранее? А вот ни одна акция, даже там кому-нибудь Google, так расти не может в принципе. Почему? Как и то и другой спекулятивный инструмент. Опять-таки, потому что акции Google, хотя они совершенно, опять-таки, тоже спекулятивный инструмент, но вот они в сознании инвесторов привязаны к Google. А поскольку Google не может, ни одна фирма, даже Google, там, самый сверхуспешный, не может обеспечить прибыльность 4 раза в месяц, то и акции не могут такими темпами расти. А вот тот же биткоин, он ни к чему не привязан, он там может расти хоть 100 раз в месяц. То есть вот все наоборот, понимаете, вот говорят, что активы, там реальные, это вообще что-то там в плюс, да это уже минус современный мир, потому что ты гири. Ты вынужден плыть с гири такой пудовой на шее. Этой гири является фирма-эмитент, который может там в большей или меньшей степени быть успешной. То есть там какие-то отчеты годовые, они на все влияют, там сразу акции падают. А почему они падают? Ведь никто же не ждет дивидендов. Это чисто спекулятивный инструмент, повторяю. И тем не менее падают. Ну ладно, в общем, это такое отступление. Просто уж там я... Чтобы разрядить обстановку, а то вот эти выборы. Все тут в напряжении. Ждешь, как бы не сняли. Как бы то, как бы все. Для биткоина... Про биткоин это просто так, развлечение ради. Лирическое отступление, так сказать. А вот задайте вопрос какому-нибудь... На каком-нибудь форуме суперэкономистов. Почему ничем не обеспеченный биткоин растет вот такими темпами? А фирма любой акции, то есть эти акции любой фирмы, казалось бы, за которыми реальные активы и прочее, они такими темпами расти не могут. Почему? Хотя и то, и другое чисто спекулятивные инструменты. Вам никто не ответит, уверяю вас. Ладно. Ну что еще?